Сегодня никого не удивит, что на селе звучит музыка городских дискотек. Она приходит сюда без опозданий и живет своей быстротечной жизнью. Всем привет, ребята! Вовсю жарит лето 2022 года, а в ваших стереодинамиках жарит 55-я часть убер-мега-подкаста о русскоязычном драм-н-бейсе «Нейропан». Выпуск бутлег от Алексея Мизона, солнечную композицию «Nero, Me and You». Трек доступен на Патреоне Алексея. Это, наверное, самый долгий перерыв между выпусками подкаста за всю историю. И обусловлено это тем, что коды доступа к архивам контента были утеряны в суматохе планетарных потрясений. Но лучшие хакеры, нанятые во всех уголках Вселенной, за несколько месяцев труда смогли восстановить лишь пароли. И вас ждут два хакнутых 80-трековых микса от меня и Пейперклипа. Несмотря ни на что, мы онлайн, и это лето обещает быть отличным. Сразу со старта светим новые имена нашей передачи. Смоленские ребята базируются в Москве. В составе 3 человека: Тунел, Спайркс и Кави. В основном пишут кроссбрид, но вот иногда заносят и в драм-н-бейс. Респект. Tentacles на врыве.
opposition or whatever opposition. Проект Tentacles присоединился второй человек, это Володя Ковар. Владелец лейблов Pandora Music и Ignescent. Теперь ребята будут работать вдвоем, посмотрим, что из этого получится. Телега уже подписана на Neuropunk Records. И подальше сыграю остальные работы с этого релиза. Очень много материала накопилось за эти, сколько там, 7 месяцев, да, прошло? Порядка 1400 треков было в моей папке. Осталось около 160, которые мы разделили с Павлом. Примерно 80 у меня и примерно 80 у него. Подачами наваливается совместка от Киберформс и Трэмпит, называется Get Bounce. Подписано на Close to Death Recordings. Жарко, ребят. У нас 33 сегодня. Никакие вентиляторы и кондеи не спасают. Еще больше градус поднимает проект Dispersion с работой Banger. Уже буквально через несколько дней на Nightbrain.
полюбившийся многим трек с Патреона Гидры под названием «Нефть». После полугода эксклюзива будет на стриминговых площадках или на нейробанке, как пойдет. Саша Ньюёртл, известный вам по красивейшим подкастам «Ликёр». Неожиданно заехал с мощным танцпольным релизом Nightbrain Records. Трек называется «Take 'Em». Челябинские синты на подходе. Solution. Вышло в апреле этого года синглом на Close to Death Recordings. Ваня недавно устраивал меценатский конкурс для продюсеров с призовым фондом 50 тысяч рублей. Об итогах которого вы можете узнать в пабликах Sequent. Секвенда Кирилл Грот с силосной жвачкой под названием Red Point. Топлейт российского High Resistance Music. We'll be right back.
настроение, ребят. Солнце светит. В колоночках наваливает новый нейропанк. Все офигенно. Летний став от проекта Iron Type под названием All Night. SLK Records. Соответствовать времени года. Это Dispersion, Jerry. Релиз немецкого UTM Recordings. Звуки из северной столицы. Бэкстер, You Want Me. We'll be right back.
сольном релизе на Neuropunk Force этим летом. Welcome, bro. Что нормальная прожарочка была на солнечных треках. Пришло время мясной темноты. Саша Дикрис и IK. Александр у нас в подкастах уже бывал. И поприветствуем Дмитрия IK, родом из Беларуси, который сейчас живет в Варшаве. Дабплей. Зимой мы проводили конкурс между патронами Гидры и патронами Teddy Killers. Ребята, которые учатся написанию драм-н-бейса на наших патреонах, присылали свои треки, мы выбирали лучших. Выпустили целую LP-шку из 10 отличных треков, и это одна из работ оттуда. Это Dreamon и Tensor, Maybe Shield. Саша
Вася Триман из Новокузнецка, сейчас проживает в Севастополе. Вася Тензор из Ейска, сейчас в Москве. На врыве. Это Абстрактония, Спай в ремиксе Ознока. Вышла фришкой на Шелшок Рекордс. Заказывали. Рустам и Джей на месте. Развал кабины начался. Breaks, Take Z, в ремиксе Magnitude. Ремикс вышел на Aram Records в составе релиза DC Breaks. Со свежайшей айдихой. Премьера в нейропанке. Дабплейт. Дабплейт.
отжимаемся мокрые футболки. По поводу футбола, кстати, в нашем магазине shop.neuropunk.ru появились новые футболочки и шорты на лето. Светлого цвета, кто еще не успел затариться, welcome. Продолжаем. И это Teddy Killers. Работа называется «Не убивай мой вайб». Пожалуйста. Please don't kill my vibe. No, please don't kill my vibe. It's all about fight. Да, против такого вайба не попрешь. Телега вышла на Nightbrain Records. Этот трек отгремел на всех фестивалях, которые прошли весной в Питере, Москве. Следующие будут у нас осенью, в сентябре, октябре. Следите за новостями. Также планируем запустить серию вечеринок от подкаста «Фрикеры» и «Абструс». Начнем, наверное, с Санкт-Петербурга. Тоже объявим, конечно, заранее. Имя в подкастах Нейропанк. Юра Инвертор, русско-украинский продюсер, проживающий сейчас в Дании. Человек, который на эфирах Нейрогона вам не виден, но следит за всеми демками и составляет нам таблички. Респект, брат. Будущий релиз Pepper Funk Recordings. Густое.
Сначала Subminders со своей ID-хой. Dubplate. Наверное, уже никогда. Закрою все окна и двери закрою я. Картины в помойку, мемуары горят в огне. Я сбросила кожу, так легче мне. Первый на сегодня трек с русским вокалом нейропанки, и это дебют. Я не выйду из дома, наверное, уже никогда. Закрою все окна, теперь закрою я. Картины в помойку, нуары горят в огне. Я сбросила кожу, так легче мне. Дебют из трех человек: Bad Work, Гофра Маслоу, Cheat Purple Song. Игорь Bad Work из Перми, Коля Гофра Маслоу из Пскова и Аня Purple Fam, художница из Перми, которая, оказывается, не только рисует, но и отлично поет. Я не выйду из дома, наверное, уже никогда. Закрой все окна. Песня вышла на псковском лейбле «Зверобит». Картины в помойку, мемуары горят в огне. Я сбросила кожу. Oof is getting through my body. И грубо обрывает пение Анны «The Chris». Своим панчером Бастет. Вышла на немецком лейбле UTM Records в составе компиляции Joint Forces. Достаем свои трубы самых широких размеров. Одеваем Nike, снэпбэки, золотые цепи на шею. Jump up, jump up, and get down. Начнем немного олдскульного хип-хопа. Всех еще раз с летом, господа!
Передавайте этот подкаст друзьям, всем, кому можете. Абсолютно эталонный джамп-ап от Эри Киллерс. Это их ремикс на House of Pain Jump Around. Доступен на Патреоне Терри Киллерс. Меняем максимально олдскульные текстуры на максимально ньюскульные. Гриндер и Штефан Ментл с работой Break Zone. Которая вышла зимой на Neuropunk Forge. Отличный релиз. Кто по каким-то причинам пропустил, срочно качать приложение neuropunk.app и слушать в высоком качестве строго там. Приложуха временно бесплатна в связи с тем, что происходит в мире. Премиум не нужен, поэтому, если вы до сих пор подписаны, отписывайтесь. Эти деньги все равно до нас никогда уже не дойдут. Подробно об этом можно почитать в FAQ на странице настроек в приложении. Тяжелой. Снова Эдиха от дуэта Tentacles. Дабплейт Игнесен.
получается. Мотор. Гидры под названием «Лава Ран». Эксклюзивно в нейропанке. Плейт и Brain Records. Едем в красоту, ребята. Включаем сверхзвуковую. Трансованного драм-н-бейса. Это айдишка от Chaser и Malmstrom. Ребята готовят огромный альбом на Neuropunk Records. Сегодня засветим сразу несколько работ оттуда. И в моей части, и в Пашиной.
планируем устроить нейропанк-тур по городам-миллионникам России. Сейчас обсуждаем с промоутерами весь этот движ. Пожалуйста, ребята, кто хочет увидеть нейропанк-сэшн или даже фестиваль в своем городе, пишите куда-нибудь в комменты, там, ВКонтакте, на Ютубе. Кидайте контакты драм-н-бейс-промоутеров из своего города. Будем связываться, обсуждать, как-то взаимодействовать с этим. Возможно, либо в конце этого года, либо в начале следующего уже замутим какой-то плотненький тур по нескольким городам. Пальцем Саша Периметр. Трек называется Infected, вышла на High Resistance. Arithmetic begins here, now. Вторая ID-ха от Tentacles на нейропанк. Дикие звуки, которые может придумать только один человек, и имя ему Озма. Заглавная работа с релиза Озмы на Neuropunk Records, который вот недавно совсем вышел, называется Access Code. Код доступа к панчам.
principles. Simplicity. What is it in itself? What is its nature? Who's the first and principal thing he does? What needs to be served by killing? Anger. Sexual frustration. You know, he cuts. That is nature. Мясо! Пушка за сегодня от проекта Tantrum Today. Называется Доктор Л. Вышла на UDM Records. Ух, немножечко передышки. И снова бой. Совместка от Невертала и Гидры. Come back. Релиз It Brain Records.
Катимся сегодня по волнам нейропанка. Кировская жвачка в эфире. Слава Тайфон. Снова накидывает нам свои грувы. И недавно приезжал к нам на нейропанк сэшн в Питер, где отыграл бомбический сет. Работа называется Survival. Вышла на Invasion Records. Подкаст получился в этот раз такой прям сборной, солянкой. Вайбы очень резко меняют друг друга. То мясо, то дипуля, то вокальчик. Но как показывает практика, вы такое оливье и любите больше всего. Вот такую холодную окрошку в эти жаркие деньки. Decades и One by One, от которых в последнее время стабильно поступает вот такой киберпанковый драм-н-бейс. Это их свежая айдишка Dub Plate. Щепотку безумия. Серафим Мэшинен со своей одихой. Даплейт с его большого грядущего альбома, где выйдет, пока неизвестно. Here, Petrofera.
пошли. Очень много Декриза сегодня. Очередная его айдиха. Дабплейт. Диссонирующего хаоса из Вологды. На своих хвостах отличного нейрофанка. Под названием Bad Trip. Music. Нейрофанк сменяется самарским. Два уважаемых продюсера из Самары городка. Оба беспокойные. Это Тубакс и Декстенс. Со свежей одихой до плей. Вот это вайб. Заметили, что нейропанк-движуха в последнее время сильно прокачивает свою медийку. У нас появились стримы под названием «Нейрогод» на нашем YouTube-канале.
Также появились каналы в Телеграме. Это нейропанк-чат, где сидят все наши слушатели, общаются. А также есть канал Нейрожиза Лайф, где продюсеры снимают видосики из своей жизни, светят трючки, общаются, шутят и все такое. Все ссылки будут в описании. Вы кто такие? Что этот трек делает в этой передаче, но это настолько дикое и сумасшедшее дерьмо, что оно обязано быть здесь. Впервые передачи звучат Capture the Bass и Heal с треком Don't Want to Stop. Игорь Capture the Bass родом из Жихарева, неподалеку от Питера. А на читке его друг Саша Хилл из Мурманска. Так-так. Party, she got soused. Тяжеловесы подъехали. Давай. Это Алексей Мизон с телегой Venomous. Это следующий релиз нейропанка, который выйдет вот уже в июле. На ваши разгоряченные тела. Коллаб Crucify и Hey Soul. Life being a state of existence, you can't learn it in your college.
to their stomach. Максимально плотный звук сегодня. Накачивает трио Grim Hellhound со своей айдихой. Парни тоже приезжали к нам на Нейропанк Сэшн, отыграли мощный сет, взяли у меня интервью заодно. Автомуви интервью уже лежат на нашем канале на YouTube. Телега подписана на английский лейбл Four Corners Music. Танцпольный стаб врывается в ваши динамики. Go! В его будущем дебютном релизе на Нейропанк Форж. Называется Get Closer. Арсений Саунд Прист, который 3 года молчал, и вот наконец вернулся с новыми силами. Это его айдишка Даплейт.
много сегодня новых имен. Ну, в принципе, их в каждом выпуске много, да? И это всегда радует. No mercy. Впервые в нейропанке Паша Айджента из Твери со своей дабкой No Mercy. Чувак просто пришел на нейрогон со своей демкой, светанул ее там, порвал нам всех. Не выиграл, но тем не менее. Мы с ним оперативненько связались, и вот он уже в передаче. Welcome, друг. Поднимаем давление. Еще. Еще. Отпускаем клапан. Еще одна айдиха с предстоящего альбома Chaser Monstrum на нейропанке. Это будет самый космический, научно-фантастический альбом за последние годы, со времен альбома One by One. Любитель нагнать эпической жути. Вторая за сегодняшний выпуск дабка от Миуана. Трек называется Eternal. We'll be right back.
Тем временем половина подкаста уже пролетела, и даже больше. И пора переходить от танцпольного мяса к более глубоким вайбам. Понятное дело, что самый мрак и жир остался для Паши Пейперклипа, его второй части. Но и у меня есть сюрпризики для вас. Для любителей потемнее, пожирнее. Теоретические парни, дуэт Theoretical, телега и Deconferrer. Московского Data Music. Медленно-медленно опускаемся в подвал. Риги, Алекс СЛК. Тюн называется Road Rage. Подписан на Prototype Recordings, лейбл Groove Rider. Еще одного большого альбома на Neuropunk Records. Yeah.
профессоры легко угадают по звуку, что это проект Synchron. Они тоже готовят свой LP на эту зиму на нейропанке. Альбом будет не мясной. Его тоже можно будет назвать научно-фантастическим, с очень выверенным звуком, очень крутым саунд-дизайном. Я думаю, вы все в предвкушении. Побежали! Горяченькая ID от Тайфуна. Дабплейт. Такое ощущение, что сегодня половина трек-листа ID-шки. Ну, впрочем, нам не привыкать, да? Уже давненько не было у нас в гостях. Это Кижей Ньюформ. Бати в здании. Плейт называется GRNK. Без понятия, что это значит.
сменяют размеренный взрослый вайб тестостероновые панчи. От проекта Double Medley эти ребята тоже впервые залетали к нам на Neuropunk Session. Тюн называется Bad Deal, подписан на Paper Funk. Просто гэнста. Мадраш МС. Телек называется Ignite. Ремикс Энея. Вышло это добро на Nexus Sound, лейбл Аниксов и Симулы.
дебютирует нейропанки. Это Влад Акарин из Москвы со своей айдишкой. Будущий релиз Neuropunk Forge. Продолжаем грувить и вайбить с проектом Theoretical. Это их трек Breathing. Релиз Data Music. Подвала 55-го выпуска подкаста Нейропанк. И на дне у нас Декстеп в исполнении Seven Sins. Называется «Имбецил». Вышла на 3 BPM в составе сборника 3 BPM Renegades 2.
заглавная работа зимней эпихи Гриндера и Ментала на Нейропанк Форж. Жирбокс. Коробка с жиром. От проекта Focus Fire называется Outlines. Топлей. Очень масляная сегодня вторая часть подкаста. Ну, вы уже поняли. Когда оливье доедаешь, там вот снизу весь соус остается. Вот этот соус сейчас ложками и поедаем. Trying to stay on top so I never take a dive. They wanna see me die, but I'm best when I'm alive. So I keep it on a level that's high like a fire. Corporate mind tried to drive me to the edge, but I see them now clear like the numbers on a red plate. Thinking the heaviest, I move on to the next way. Bet it hurts your heart, straight through your chest plate. Ложечка мазика от Касры и Энея с MC Тиманом. Называется Take a Dive. Ребята предлагают в этот майонез нырять прямо. Работа вышла на Критикале, большом новогоднем альбоме Ней и Кастры. Сыграю сегодня несколько треков оттуда. Супер альбом. See me die, but I'm best when I'm alive. So I keep it on a level that's high like a fire. Corporal mind tries to drive me to the edge, but I see him now clear like the numbers on a red plate. Sick in the heaviest, I move on to the next way. Bet it hurts your heart, straight through your chest plate. You.
Кирилл Хайгрейд из Ярославля с правильной джампухой. Тюн называется Russian Hackers и выйдет в составе EP на Time of Night Records. Совместка от периметра Фелон или Фелон под названием Cynthia Sars. Леня Фелон впервые заезжает в наш подкаст, музыкант из Санкт-Петербурга. Телега вышла на Close to Death Records.
Foreigners Music. Это бомба. Внимание! Вы слушаете барабаны и бас. RNA, don't watch, не смотри. Все тот же мощный альбом на Critical. Хайберт Филлипс. Трека под названием Ghost Rider вышла на Paper Fun. Кончился окном, из которого льется яркий свет. Поднимаемся на поверхность, граждане. Всплываем.
невероятно красивая айдиха от Psynchro и Evil Spruce. И эта красота войдет в состав альбома Psynchro на Neuropunk Records. Вологодские танцы в эфире. Позитивчик от Кирилла Мэйч. Точнее, это его ремикс на трек от The Wells Lifeless. Подписано это счастье на High Resistance. Звучит заключительный последний блок 55-го выпуска подкаста Neuropunk, первой части 55-го выпуска, потому что будет еще вторая от Павла Пейперклипа. И здесь у нас просто красивые летние треки. Ростовский Soulful от Гриши Гринды. Тюн так и называется Soulful. И вышел на австрийском лейбле Digital Blues. Просто чил. Long time ago. Tell me why.
Музыки из Кемерово. Это Кирилл Параноик Делл с телегой Long Time Ago. Трек вышел фришкой на Neuro DNB Recordings. Самые жемчужины собрал вам для лайтовой концовочки, чтобы после подкаста, как всегда, осталось приятнейшее послевкусие. Смываем прямо в облака. Максим Скайвип из Кишинева, Молдавия. Впервые у нас сегодня в нейропанке, но уже не раз бывал в ликерах. Welcome. We'll be right back.
Ну и куда же финалочки без Жени Неллера? Как всегда, красивый, шикарный ликвид. Работа называется Dream State. И вышла и в цифре, и на виниле на питерском лейбле Life History Records. Своими жирными басами Рома Импиш совместно с Dub Type. Трек называется Quantum и должна выйти на альбоме Импиша на его лейбле Occulty Music. Саня Невертл, смотри, как твой хлеб ем. Какой красивый миксец под конец, а? Это южный дуэт Гринда и Ник Зигзаг с песней Thank You. Подписана она на лейбл Off-World Recordings. Состав сборника. We'll be right back.
абсолютно летний став. Позитивный, танцевальный. Супер! Проект Iron Type с треком Sunlight. Релиз SLK Records. В море позитива вместе с ником Зигзагом. И его тюном True Face. Трек вышел в конце весны на Life History Records в составе сольной EP Ника. Абсолютно классические вайбы напоследок. Последний трек моей половины 55-го выпуска подкаста Нейропанк. Это Opus 3 «It's a Fine Day». Бутлег Антона.
На этих волшебных гипнотических мотивах я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам все понравилось. Желаю вам прекрасного лета, такого же бодрого, энергичного, типово позитивного, глубокого, жирного, как и этот выпуск передачи «Нейрофанк». Всем здоровья, всем благ, всем успехов, ребят. С вами был Бес. Peace, respect. Пока.